Я про себя рассказывал, психиатр-нарколог в медицине государственной наркологии, все понятно, и который еще мухомор уже практически 2 лет употребляет в больших дозировках. Но которые психозы вызывают, это понятно, лучше ничего не рассказывать. Микродозинг – это состояние легкой эйфории, это для человека приподнятое настроение. Он как бы негатив к нему не прилипает намного меньше. То есть он чуть-чуть становится более решительным. Пока это разрешено, это микродозинг. Я активно сейчас на средней дозе, это когда раскрывается интуиция. Но там много специфика, тренировки, это если есть цель, намерение, но человек получает результаты как способ раскрытия интуиции. Это средние дозы, но это все индивидуально, каждый раз прислушивается к своему организму. И натощак желательно. Сладкое является антагонистом. Если человек принял большую дозу, принял сладкое, то минут через 15 все нейтрализуется его состояние. Хотел поделиться информацией. Очень хорошо, что подсказали. Если вы еще расскажете про свой вес и про ту дозу, которую употребляете, тоже будет интересно. Нет, это доза, секретов нету. Вес 68 килограмм, рост 175. Но дозировки у меня огромные. Огромные. И Огромная какая? это красно. Вот смотрите, сегодня с утра я принял 8 часов 30 грамм красного. И 1,5 часа назад 35 грамм красного. 65 грамм за Да это сутки. что-то, это слоновья дозировка у вас. Это 33 грамма, да. Это прошлогодний, он послабее, это прошлогодний, это красный. Но это очень много экспериментов, было много психозов, но я просто врач-нарколог, и это все с медицинской, понятно, всю официальную медицину послал в пешее эротическое путешествие, сам все исследую на себе, все, это уже второй год, 1,5 года, это активные дозировки, очень большие, то есть уже бывали случаи психоза, пару раз черепно-мозговые травмы, то есть все экспериментирую ради науки. Ради исследования делаю. И пантерны тоже. Пантерны там до 7 грамм доходил за раз. Ну, А, это пантерны большие. это очень, очень жесткая штуковина, Да, пантерны. да. Там большую роль играет именно насколько он свежий. А когда только собрали урожай, только его просушили, первые 1,5 месяца он очень токсичный из-за ботановой кислоты. А, Да. поэтому 1,5 месяца, 2 лучше. Это очень-очень осторожно, лучше вообще не принимать, подождать. А потом он максимальное количество мусымола, и потом он уменьшается. Но я еще хочу добавить, что всю свою, ну, то есть этим вопросом отличие красного от пантерного уделяю большое внимание, посвящаю науке все вот исследования, и просто все в жизни максимально упрощаю. Получается, по энергии пантерны он наоборот на короткий промежуток времени продает импульс, поднимает энергию, человек как интроверт становится максимально такой защищается, как викинг. У викингов рассказывали там режим берсерка, они в момент перед боем видались мухоморов и в атаку, а красный он наоборот релакс такой успокаивающий, он в долгосрочной перспективе он энергию поднимает, но в краткосрочное он успокаивает, то есть делает таким более податливым, мягким, тянет к любви. Мы все люди, мы все единое целое, мы все братья, то есть хочется со всеми обниматься и радоваться жизни. Ну, такое вот принципиальное Это отличие. Это получается как псилоцибо кубенсис. не пробовал. Они в России запрещены, я поэтому не пробовал. Я только вот по мухомор пока разрешен, то есть экспериментирую активно вот с большими дозировками. Хочу, делюсь знаниями. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Да, Сереж, благодарю, что вы поделились. Единственное, что стоит сказать для тех, кто нас слушает, что подобные дозировки, подобные вашим,
могут привести к посещению психиатрической клиники. Поэтому здесь так нельзя начинать с таких дозировок. То есть это грамм-два, вот так вот надо начинать. Позвольте, это я просто рассказываю свои впечатления, а так максимально для всех, это конкретно цель и намерение приема, зачем человеку нужно, то есть не просто удовольствие Да. ради кайфа, эйфории, а конкретная цель и намерение, это просто инструмент, который помощник, но основное человек сам делает. Еще хочу добавить однозначно, чтобы познакомиться с грибом полгода на микродозинге. Это, ну, с перерывами, с какими-то, но это обязательно, вот что я могу сказать всем постепенно, это только чтобы переходить на следующую ступень, потому что я уже 2 года, да, полгода микродозинг, это просто чтобы было понимание. И именно связь такой устанавливает. То есть нас внушает система, что это яд или наркотик, зависимость вызывает, основная причина. Но это инструмент, в моем понимании, что человек минимальные дозировки, значит, микродозинг пантеры 0,2, максимум, ну, 0,2-0,5, это уже для профессионалов 1 грамм микродозинга. Красный, начиная от 0,3 до 2 грамм, это максимум. Вот Еще... очень хорошо, что сказали, Да, потому да, что да. ведь знаете как. Да, еще хочу поделиться, уже практически 2 года каждый день ежовик гребенчатый с лецитином подсолнечника. Это на психику, мне уже шестой десяток, а мозги соображают по скорости лучше, чем 20 лет, я вспоминаю. Настолько все хорошо, и вот эти то, что там опыляют, там что-то это память, вялость, так вообще про это забыл, да? А ежовик гребенчатый и лецитин подсолнечника, как вы рассказывали, грамм максимум полтора, дозировка и того-того. Это Да, максимально один максимум. туда надо добавить еще 0,5 грамм муку на жгучей. И будет совершенно замечательно. Это дофамин. Ну, отлично, здорово, благодарю. То тоже обалденная работоспособность, практически 2 года без перерыва. Принимаю каждый день и соображаю вот уже намного лучше. И все этот туман весь прошел, потому что раньше, сейчас вспоминаю, несколько лет назад, вялость, лень, сон, апатия, нежелание ничего делать, и просто такой, и мозги затуманены. А сейчас вот, видите, речь вообще не могу остановиться, там несет что-то так, Да, безудержно. ну не и то, что несет, в принципе, все абсолютно вменяемо. Да, Поэтому надо сказать, что бессвязной речи-то у вас нету, и все по делу. Поэтому все в порядке. отлично. Именно вот даже ежовик гребенчатый и лецитин подсолнечника это очень хорошие ноотропы. Вот замечательные ноотропы. Мозги соображают. Вот именно ноотропы. Вот это замечательно. Это даже больше, чем мухомор, играет роль. Мухомор это просто инструмент для тех, кто хочет разобраться в своих намерениях, целях своей жизни, зачем он живет, ради чего родился. Это просто помощник. Мухомор еще обеспечивает связь с родовым эгрегором, на самом деле. Ну, я до этого еще не дошел. Это Еще. одно из его назначений. Если вам интересно, посмотрите, пожалуйста, фильм, который называется «Пегатемель». «Пегатемель». Смотрел пару раз, но просто еще понимание пока не пришло. Еще не дошел до этого. Поэтому Очень. в процессе. Да, очень-очень интересное произведение. Да, документальный фильм такой. Пересмотрю еще раз, конечно, обязательно. Да. Это очень серьезное отношение, важно, к мухомору. Ну и вообще к жизни очень нежное, ювелирное. Мы как-то, вот я лично про себя говорю, как-то немножко небрежно, пренебрежительно вот все это воспринимаю. А тут совсем просто, ну, трепетно, можно сказать, да, очень-очень так, ну, с душой, вот просто серьезно к этому относиться. Это не просто какое-то баловство, к Я это приниманию. То называю есть... с уважением, относиться к духу растения. Да, полностью поддерживаю и, в принципе, к жизни так тоже мы, чтобы очень-очень, как бы, очень осознанно это, то есть, общение с другими людьми, то есть, конкретно, постоянно во внимании быть, что на пользу пойдет конкретно какому-то человеку, а что нет,
То есть вот мы же тоже, когда отвечаем, какую-то энергию, информацию, деньги даем, тоже вот большую роль это играет. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.